Уёпта. На свое место, братан. Всем привет, чуваки! С вами я, PandaFX, и 5000 миллиардов лет я не открывал пакцы. И как показывают мои часы, самое время открыть эти пакцы. Ставки на спорт! 1xp! Большие выигрыши! 1xp! Быстрые выплаты! 1xp! Надежный букмекер! 1xp! 1xp! Букмекерская компания. Пацаны, чаечек с вафельками. Очень рекомендую. Если кто не в теме, то я не бухаю уже хуй знает сколько времени. У меня 3 укола в день, капельница через день, картопеду гоняю и хочу также записаться в качалку. Естественно, это не на всю жизнь. Я решил взять себе такой антиалкогольный отпуск и привести себя в форму. Ладно, что я себе любимым. Давайте, у нас есть 33 пака, нафармленные паки, спасибо, поднос версии 2.0. У нас есть несколько паков с непродаваемыми карточками, это «Путь к славе» или как они там называются. В общем, много крутых паксов есть, и я очень надеюсь, что сегодня мне что-нибудь дропнется, ибо не открывал я паксы хуй знает сколько времени. Угу, первый пак меня уже радует. Бля, братан, какая же у тебя охуенная прическа. Чуть за флаги вообще. Я, бля, в FIFA уже 1000 лет не играл. Я таких флагов даже не видел с окнами. 2 игрока из Атлетико Мадрид. Повышаются ставочки, рейтинг 85. Снова билборды. Испания, ЦЗ, давайте Рамоса. О, Спиликуэта! Охуенно, 86 рейтинг. Охуенно, приехали. И Эйспорт в своем стиле. Где мой, блять, Аспиликуэта? У меня такая хуйня в последнее время очень часто случается. FIFA просто зависает и нихуя не происходит, приходится только перезагружать. Меня эти пакцы определенно радуют. Хотя нет, не очень. Но в любом случае, паки, спасибо, поднос версии 2.0 приносят довольно-таки много окон. Бля, ты издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Ну только что перезапустил FIFA, блядь. Я даже пакцы спокойно пооткрывать не могу. Вы понимаете, насколько это убогая FIFA? Вы посмотрите. Покупаю ебучую игру, блядь, за 5 кусков. Доначу в нее 1 000 000 000 денег. И она умудряется вот так вот лагать. Это уже не первый день, это уже как недели две продолжается. И потом вы скажите, что по копинге это очень изичный контент. Вы посмотрите, как я мучаюсь. Где мой рулетик тут, блядь? Вот он. Ох, нихуя себе! Еще и Сократис упал 86. Пацаны, пакцы охуительные! Еще один центральный защитник из Челси, но Кэхилл. Кассильни 84. ЦЗ, опять Бакайока. Здравствуйте. Лучший опорник в этой игре. Астори мне упал, пацаны. Квикселить я его, конечно же, не буду. Оставлю я его себе. Тем более у меня есть его карточка обычная. Сейчас, кстати, он вообще ничего не стоит. Я помню, когда он только умер, все там на хайпе пытались его перепродавать. Там по 10 тысяч он уходил. Снова окна. Португалия, цопник. Ну да, как бы да. А, у него 83 рейтинг у Вера, нихуя себе. За что, блядь? За то, что он в Китай уехал? Серьезно? Так, Португалия, цопник. Опять, что ли, этот уебок? Нет, это второй уебок. Ну чё, пацаны, 3 игрока с карточками «Путь к славе». Но перед этим я вам покажу еще 3 пака, которые я открыл вчера. Бля, Икарди 88. Вы знаете, это довольно-таки неплохо. Типа, охуенный рейтинг. Но если он информ получит какой-нибудь, то вполне играбельно будет. Ну, в общем, да. Икарди это, конечно, хорошо. Но я не откажусь от какого-нибудь Сандро. Или Хесуса. Давайте, погнали. Англия, кто там, ЛП? Что это за бомж? Арсенал, чё? А, УЛБ, он ЛБ? Давайте Савича хотя бы мне. Бельгия, СФД, блять, этот Азар, что ли? Пошел ты нахуй, а. Короче, всех этих 3 бомжей я слил еще в 3 челленджа. Погнали. Яшники, плизики, дайте мне охуительного игрока. Ну, кстати, Дембеле. Я очень надеюсь, он получит информа. Поэтому Дембеле я оставлю. Давайте, еще 2 карточки. Надеюсь, что будет не хуже, чем Дембеле. Так, немец, кто это? Ой, господи, нет, это сразу иди нахуй, пидор, блядь. Ну и последняя карточка, давайте ее скипну. Чтоб прям вот по красоте было. Давайте, скип, помоги мне. Горецко! Охренеть! Горецко 85 в последнем паке. Вот это красота, вот это охуенно просто. Наконец-то, блядь, вот это прям действительно годная карточка. Все, пацаны, я уже доволен, как бы я ни на что не рассчитываю. Но я собрал еще одну карточку. Давайте скипнем тоже сразу, раз уж нам один скип помог. И второй раз помог Иска. Что происходит? 87, мать его. Иска, Горецко, Дембеле, охренеть. Ну чё, в общем-то, вот такой вот улов за эти 2 дня у меня. Я считаю, что это просто охуительное, учитывая, что я пакцы не открывал уже хуйню тучу времени. Это говорит о том, что реально моя теория работает. Чем меньше открываешь пакцы, тем лучше игроки тебе падают. Попрошу вас въебать лайк под этим видосом. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю и всем хорошего настроения.
Покедова. Итак, пацаны, под самый-самый конец я решил собрать еще один пак, на этот раз продаваемый. Давайте посмотрим. Может быть, мне здесь повезет. И сейчас мне дропнется какой-нибудь Вильям, например, или Сандро. Давайте смотрим, испанец, ПЗ. Идите нахуй, просто идите нахуй. Вот так называется.